Ну что ж, возвращаемся на поле стадиона «Октябрь», что в Москве, на улице Живописная. Второй матч сегодняшнего игрового дня, на этот раз в рамках юношеской футбольной лиги 1. Те же самые команды, те же самые. Номер 35 у него на спине. Второй номер — Егор Шевелев, третий — Андрей Стефанишин, четвертый — Матвей Лукин, пятый — Гамзат Хизриев, Алексей Тепляков, шестой. Знает, чем бы закончилась игра, если бы вот реализовал Иван Шиленок, пятый номер «Зенита», вот в том составе этот момент. Ну а пока у нас атака ЦСКА. Имран Азнауров, первый удар в створ ворот. Ну, неплохо. Начало положено на третьей минуте. Ну, помочь надо Егору. Неплохой забег и заброс, и прекрасный был. Так, Доль, удар по воротам, это было неплохо. Вот и вам Алексей Тепляков. Редко он подключается в атаку, но вот видите, редко, но метко. Рывок хороший сделал Алексей, точную передачу отдал. И вот Ярослав Доль одним движением ушел от защитника. И вот здесь была прекрасная атака и прекрасная возможность для того, чтобы открыть счет. По-моему, Козлов просто не подстроился под мяч. 11 номер. Давайте посмотрим. Прекрасная передача с правого фланга. Совсем один. Почему совсем один оказался Игорь Козлов? По крайней мере, видно. И мяч виден. Это тоже неплохо. Доль. Хорошо. Быстро сориентировался Кисляк. Матвей. Доль. Удар по воротам. Ух, как, даже не сам Ярослав Доль, который наносил этот удар, а Матвей Кисляк. Кунтаев, Шевелев, снова Козлов. Серия взаимных ошибок. Чей мяч? Мяч у Каледина. Пас направо. И удар по воротам. Молодец. Кто это там отважился-то на такой удар? Хороший удар. Лузан, по-моему. Да, семерка. Никита Лузан, молодец. Я думаю, что сейчас уже раздастся. Вот он раздается, свисток арбитра на перерыв. Ну что, ЦСКА «Зенит» в рамках юношеской футбольной лиги 1. Первый тайм окончен, пока 0-0. Посмотрим. Дмитрий Голов из Омска, главный судья. Ему помогают Олег Макин и Сергей Гавриков. Оба... Не очень хорошая подача получилась у Матвея. «Зенит» выходит из штрафной. И выход один на один. Козлов. Удар по воротам. Шайхутдинов. Браво. Выкинул просто руку, и мяч в нее попал. Вот это момент. И браво, Владимир Шайхутдинов. Однако. Ну вот вам, пожалуйста, контратака. Ну а что ЦСКА? Тепляков. Нет, это Шевелев. Правым флангом идет атака «Зенита». И здесь тоже изящный финт. Пас на линию, штрафной, удар по воротам. Шайхутдинов на месте. Хорошую трехходовочку разыграли футболисты «Зенита». Ну, теперь осталось дело за малым. Хорошо подать. Неплохая подача. Кстати говоря, удар по воротам, но точно в руки. Закарьяев хорошо выпрыгнул, но точно в руки. Нет, это Тепляков. Азнауров. Нет, это Доль, по-моему. Уже все смешалось в доме Облонских. Уже ничего не понятно. Ну вот сейчас контратака ЦСКА. Кисляк. Пас назад. Под удар. Тепляков. Удар по воротам. Браво. Браво, Москвичев. Пас в центр. Ах, не точно. Но Шевелев все-таки. Но это нарушение правил. Но игра продолжается. Прострел. Кисляк. Хорошую атаку провели армейцы. Хорошую. Нет, никаких претензий к Матвею Кисляку. Он тянулся, он боялся попасть в офсайд. И там было непросто, конечно. Все. Дает свисток Дмитрий Голов. Ну что? Ну что, можно сказать, отмучились команды, безусловно. Конечно, второй тайм превратился в очень серьезную борьбу.